Приветик, с вами Макс, и я сейчас в Малом Тибете, древнее королевство Ладакh, место мистическое, магическое и не так давно открытое для туристов в окружении гор на высоте 3500 метров. Вы хотели классный контент, и я вам его предоставлю на блюдечке. Что же, подписывайтесь на мой блог, ставьте большой палец вверх, и вас ждут сочные репортажи из самых интересных мест нашей планеты. Увидимся!